программа «День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Любишь кататься – плати. Барнаульцы рискуют обзавестись крупными кредитами на обновление изношенных лифтов. Наследники Ползунова, студенты политеха, теперь будут создавать дроны прямо в университете. Блогеры и журналисты рекомендуют. Барнаульскую горную аптеку признали одним из лучших музеев в России. В Новоалтайске сегодня произошел инцидент. В школе номер 19 эвакуировали всех детей из-за сообщения о минировании здания. Школьников распустили по домам. В Новоалтайске это уже не первый случай ложного минирования за последние годы. Кстати, такие шутки, а именно ложные сообщения о взрывах, поджогах и прочих ситуациях, которые создают опасность гибели людей, караются штрафом от 200 до 500 тысяч рублей. Также такая выходка может лишить свободы до 3 лет. И к другой теме. Жителю Алтайского края грозит до 2 лет лишения свободы за присвоение чужого телефона. Нелепая ситуация произошла в электропоезде. Мужчина заметил, что его попутчик выронил телефон. Предприимчивый молодой человек решил оставить гаджет себе. В итоге пострадавший обратился к транспортным полицейским, рассказав, что выронил телефон, когда задремал. По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе расследования сотрудники Алтайского линейного управления МВД установили личность преступника и сам пропавший гаджет. Ну, я подумал, его это или не его отдавать ему, или не отдавать. Ну, решил себе его оставить. Я и не скрывался, в принципе. Я думал, я знал, что чудес не бывает. Правоохранители напоминают, что гражданин, нашедший чужую вещь, обязан сообщить об этом собственнику и вернуть ее. Если владелец неизвестен, сообщите о находке в полицию. С нуля создавать дроны смогут алтайские студенты. Их разработкой займутся на базе лаборатории цифровых и интеллектуальных технологий, которую сегодня торжественно открыли в техническом вузе края. Ну а в последующем есть планы по формированию как минимум 30 подобных научных центров. Подробности в сюжете Дарьи Ерошиной. Я думаю, что у нашей лаборатории большое будущее. Игорь Борисович, я предлагаю открыть нашу лабораторию. Ну, с большим удовольствием. Да, ну, ложницы дадите нам, да, мы это сделаем. Современные технологии не предполагают ложниц, конечно, но без них пока ничего не обходится. Обычные ножницы, одно из лучших древнейших изобретений человечества, перерезали ленточку на входе в современную лабораторию цифровых и интеллектуальных технологий. Здесь будут работать преподаватели и студенты. Какие способы анализа есть? Самый практичный и самый доступный – это Excel, но это было очень неудобно. Это нужно было вводить все числа и графики, нельзя было просто так подвинуть или удобно проанализировать. Я же написал программу, которая это делала буквально в один клик. Разработка Максима позволяет выполнять анализ зерен пшеницы, но спектр применения таких технологий безгранично широк. В отличие от узкоспециального изобретения, автором которого является одаренный школьник Степан. Он учится здесь по проекту «Наследники Ползунова» и смог в свои годы создать новую версию движителя, то есть винта, для снижения шума летающего дрона. У нас же идет нижняя лопасть с обратной стреловидностью, еще идет верхняя лопасть со стреловидностью. То есть как раз таки вот верхняя лопасть захватывает поток воздуха и направляет его так пониже, на нижнюю. И в нижнюю, то что за счет обратной стреловидности, поток выходит не с краю, как вот на этом винте, а в центре. Отдельная комната для тренировки навыков управления дронами. Специальный ежик гарантирует и защиту от повреждения техники, и безопасность. Если бы у нас был в руках большой дрон или хотя бы дрон с открытыми винтами, мы бы уже часть людей порезали. Детали любых устройств печатают с нуля на 3D-принтере. Чудо-машину, как и другую технику, приобрели по проекту «Наука и университеты». Есть программа «Приоритет 2030», которые там 100 лучших вузов страны выбирают. У нас, к сожалению, пока только один университет государственный участвует, но каждый год они получают 100 миллионов рублей, которые направляют на развитие своих проектов. Инжиниринговый центр, ключевое слово здесь инжиниринговый, те задачи, которые мы решаем, это задачи, направленные на совершенствование технологий предприятий Алтайского края. Мы понимаем, что наука и производство не стоят на месте, и те знания, которые мы даем, их надо обновлять, совершенствовать и так далее.
Вот и систему создания дронов хотят развивать и совершенствовать. Для этого в следующем году на базе вузов края планируют открыть 30 научных центров, подобных лабораторий технического вуза. Современные летательные аппараты, отметило руководство края, будут использовать для нужд военной и аграрной отраслей. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае нашли 500 тонн токсичной кукурузы. Крупную партию российского производства выявили сотрудники Центра оценки качества зерна. Кукуруза заражена опасным для человека грибком. Вредные вещества способны вызывать поражение печени, почек и иммунной системы. Кстати, во время испытаний специалисты установили, что от царицы полей исходит свечение. Вся информация о токсичном продукте уже направлена в Россельхознадзор по Алтайскому краю для принятия соответствующих мер. Ну а мы переходим к другой теме. Свыше 3000 жителей и гостей Барнаула посетили на днях фестиваль осознанного потребления «Гарашка». Такое мероприятие проводят в крае уже 5 лет подряд, и с каждым годом, говорят организаторы, находится все больше желающих обменять вещи, купить редкие бренды или оригинальные изделия ручной работы. Подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. На этот раз фестиваль одномоментно проходил в 6 городах России, в том числе и в Барнауле. На площадке нашего города его программа включала в себя бесплатные мастер-классы, ярмарку товаров алтайских и сибирских брендов, а также зону обмена вещей. Приобрести или обменяться можно было практически всем – и авторскими открытками, и резными черепами, и необычными кольцами. Я уже кольцо купила. Что за кольцо, расскажи. Я так поняла, тут кости куницы, еще какое-то растение и залили эпоксидной смолой. Это очень необычно, я люблю такие необычные вещи. Но не только эксклюзивными вещами богата «Гарашка». Здесь можно найти, к примеру, и товары для здоровья. К примеру, ребята из Новосибирска рассказали, как делают оригинальный, а самое главное, полезный чай. Чай мы сами купажируем, закупаем ингредиенты. Чай с Индии, с Китая, с Шри-Ланки, с Кении, с Вьетнама, с Ирана. Рассчитываем пропорции, берем ягоды, смешиваем сначала все ягоды между собой, а потом добавляем чайный лист. По словам организаторов, внимание к фестивалю растет с каждым годом. Все больше людей со своим товаром регистрируются для участия в «Гарашке». И все больше гостей приходит для обмена товарами. Разнообразнее становятся и площадки фестиваля. Есть зона сортировки отходов, это зона, куда вы можете сдать вторсырье, пластик, стекло, жесть, то, что можно переработать в данном городе. Также есть какие-то интересные интерактивные зоны по типу зона быстрых свадеб, например, у нас есть. Там можно заключить дружеский контракт или пожениться, конечно, не по-настоящему, но в такой игровой форме. Почувствовать, да, каково это? Да, на секундочку. Также есть у нас обычно какие-нибудь классные лотереи, есть мастер-классы, играет музыка, играют диджеи. Осознанное потребление, говорят организаторы фестиваля, помогает сэкономить 40% семейного бюджета, уменьшить количество выбросов в атмосферу и снизить затраты на коммунальные услуги. Приобретение вещей, созданных ручным трудом, а также сортировка отходов, также является осознанным потреблением. Это поддерживает местных мастеров и способствует развитию локальной экономики. Добавим, следующий фестиваль «Гарашка» пройдет уже в мае. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрейзин. День с толком. Барнаульцы рискуют обзавестись крупными кредитами на обновление изношенных лифтов. Всего таких в крае насчитывается около 750. И заменить их нужно до 15 февраля 2025 года. С этой даты будет запрещено пользоваться подъемниками, выпущенными позднее 1989 года. Решение проблемы – покупка лифтов в кредит. Такой вариант якобы предложили региональные власти, сообщает информагентство «Банфакс». Его сотрудник пообщался с одним из барнаульских председателей ТСЖ. Суть схемы следующая. В доме значительно повышают взнос на капремонт. За несколько лет накапливается минимальная сумма, которую переводят подрядчику. Подрядчик меняет лифты, и в течение нескольких лет с ним полностью рассчитываются собственники. Подрядчик, в свою очередь, берет кредит для замены лифтов. Добавим, суммы на обновление подъемных машин в стандартном многоквартирном доме достигают порядка 20 миллионов рублей. Кто ищет, тот найдет. В Барнауле обнаружили большой участок, более 8 гектаров, для возведения жилых многоэтажек. Он находится на улице Власихинской, 212, напротив ТРЦ-арена. Этот пустырь – одна из немногих территорий, размер которой позволяет реализовать комплексную застройку. Здесь можно возвести здание высотой до 75 метров. Земельный участок выставили на торги за 278 миллионов рублей. Сообщается, что срок аренды участка составит 10 лет и 8 месяцев. Торги состоят
состоятся уже 20 марта. Добавим, что в последнее время и застройщики, и риэлторы говорят о дефиците земли в краевой столице. Это, конечно, накладывает свои отпечатки на то, что застройщики уходят из Барнаула, либо как-то уменьшают свой бизнес здесь. К сожалению, хотелось бы все-таки, чтобы Барнаул строился, развивался. И, конечно же, в Барнауле нужно строить гораздо больше жилья. Комплекс услуг в одном месте. Девелоперская компания «Мой дом» в самом центре Барнаула открыла первое в городе бюро продаж. Это не просто офис. Здесь клиенту будет не только удобно и комфортно. Отсюда он выйдет с полной уверенностью и пониманием того, где хочет жить и как будет выглядеть его дом не только снаружи, но и внутри. Подробности в сюжете. Много воздуха и света, много зелени и интересных дизайнерских решений. Интерьер бюро продаж, а это почти 300 квадратных метров пространства, продуман до мелочей. Каждая зона бюро создавалась для удобства и комфорта клиентов. Покупка квартиры – это стресс, да, и вот мы смотрим на людей и думаем, как вот эту покупку сделать приятной, и после этого, чтобы осталось ощущение, что тебя не обманули, и что ты можешь спокойно дожидаться построенной квартиры. В бюро можно обсудить все, что касается покупки жилья. Есть специалист по ипотеке, который сам направит заявки на рассмотрение в банке и выведет клиента на сделку. В спокойной и уютной обстановке можно обсудить любые интересующие клиента вопросы. Здесь будут представлены архитектурные макеты наших проектов, здесь будут представлены планировки наших квартир, также в 3D-моделях. Здесь будет работать дизайнер интерьера, который создаст именно под вас визуализацию, эргономику, расставит мебель, поможет вам с отделкой стен, цветовой гаммы. Пока родители отдыхают, малыши могут поиграть в детской зоне, а сами родители на больших плазмах увидеть свое будущее жилье. В компании «Мой дом» подчеркивают – сервис прежде всего. С вашей поддержкой мы надеемся, что продажи будут расти, сервис будет расти. Я рад, кстати, знакомству с этой компанией, с очень молодой, очень развивающейся, динамичной. И я думаю, что они, наверное, передовые вообще здесь у нас в городе такие ребята. И офис совершенно превосходный по интерьеру, по эргономике, по дизайну. То есть вот то, что они провозглашают, да, декларируют, они здесь как раз это все реализовано. Даже расписание работы здесь при необходимости могут сделать гибким, подстроить под клиента. Новый уровень комфорта и удобства – это как раз про «Мой дом». А теперь и про их бюро продаж на проспекте Красноармейском, 118. По горячим следам СВО в Гмилике открылась выставка репортажных фотографий по итогам поездки в зону боевых действий. Наша съемочная группа побывала на открытии экспозиции и познакомилась с автором работ Данилом Ждановым, который смог максимально точно передать атмосферу происходящего. Командую, рота вперед, я в пепле, я в сердце Донбасса за многострадальный народ. Под душевные военные песни проходило открытие выставки репортажных фотографий по горячим следам СВО. Фоторепортер Даниил Жданов побывал в опасной зоне в 2022 году. Результат поездки, снимки, каждый целая история. Это дом наполовину разрушенный, несмотря на то, что мы видим первый этаж, он целый. Здесь мы видим послание для ребенка. Папа, мама, у меня стрелка и адрес. Фотоистории Даниил сделал в местах боевых действий в Донецке, Мариуполе, Северодонецке и поселках Новолуганская и Верхнекаменская. Поездка в зону СВО в качестве фоторепортера – вызов, который Даниил бросил самому себе. Мне хотелось всегда сделать что-то значимое и оставить, помимо следа в истории, как-то повлиять на людей. Вот. И поездка как фоторепортера на СВО – отличный тому для этого способ. Вот. Я поехал не совсем добровольно, то есть я не искал возможность туда поехать, но где-то я, возможно, визуализировал этот момент, и однажды мне раздался звонок, где позвонил человек и предложил поехать. Будучи студентом юридического института, Даниил Жданов познакомился с фотокамерой. Попробовал, поснимал. Творческий процесс так запал в душу, что любимое хобби превратилось в дело жизни. Даниил Жданов профессионально занимается фотографией уже 10 лет. Сначала в объективе были машины и техника, сегодня люди их необычная, в силу обстоятельств, жизнь. Я бы хотел показать, ну, вещи какие-то, наверное, банальные, жести вы здесь не увидите. Хотелось показать тот мир, который находится буквально вот в соседнем дворе.
и показать, какая обстановка там сейчас, показать, что есть люди, которые нуждаются в помощи. Даниил Жданов признается, что если еще раз представится возможность отправиться в зону СВО в качестве фоторепортера, то он, не задумываясь, поедет. А что касается сегодняшних фотографий из горячих точек, то их однозначно стоит увидеть. Выставка репортажных фотографий по горячим следам СВО будет работать до 3 марта. Посетить экспозицию в Гмилике можно бесплатно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульский музей истории аптечного дела признали одним из лучших в России. Горная аптека заняла 5 место по стране. Рейтинг составляли на основе отзывов тревел-экспертов по итогам их поездок в 24 региона страны в прошлом году. Больше 90 блогеров и журналистов оценивали 100 объектов. Наш музей набрал 9,6 баллов из 10 и занял 5 место в России. Правда, горная аптека разделила его также с музеями Ульяновской, Московской, Ивановской и Мурманской областей. На первом месте оказались Народный музей исчезнувших деревень в Удмуртии и музей семьи императора Николая II в Тобольске. В Алтайском крае возрождают картинг. Официальных гонок в этой дисциплине из-за отсутствия подготовленного места не проводилось больше 10 лет. Однако этой зимой взрослые и маленькие пилоты наконец смогли выехать на ледовую трассу на Грибном канале. Как завершили зимний сезон картингисты и каким образом теперь Краевая федерация автоспорта намерена развивать это направление, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Эти карты по звуку и маневренности напоминают маленьких мух, которые слетелись на заключительные в этом сезоне зимние соревнования на Грибном канале. Этап собрал 16 человек. Взрослые состязались, дети, которых было большинство, тренировались. Главное траекторию наработать, а потом будет уже легко и во весь газ ехать. То есть на зимнем картинге можно ехать во весь газ? Да, и не бросая его, но только перед поворотами. А не страшно? Нет. Но сначала я боялась, когда мотор был мощный, а сейчас мы поставили под меня, и теперь уже не страшно. Зимний картинг от летнего отличают шипы, но поскольку это первый сезон за последние 10 лет, организаторы пока не вводили единых требований для резины. Каждый участник мог подобрать размер в зависимости от стиля пилотирования. Чем длиннее шипы, тем больше сцепления с дорогой. Однако есть и другие различия в технике, говорят тренеры. Особенно это касается подвески карта. Он и шире, и выше поднят, чтобы было не так сильно зацеплял. За все остальное. И нагрузка на оси другая. То есть заднюю ось сильно загружать надо, чтобы она не буксовала. То есть развесовка по колее другая тоже. Сам трек несложный. Овальная форма напоминает трассу для Наскара в одном направлении по кругу. Но длинных скоростных прямых нет и, скорее всего, не появятся. Это прежде всего для детской безопасности. Это классика, классический трек 400, который по всем вот канонам создан. 400 метров длина, ширина у нас определенная, высота бруствера, его толщина этого бруствера. И на следующий год, конечно, у нас много идей и вариантов, как можно иметь и вот эту классическую трассу, также еще несколько дуг добавить, виражей, ее какую-то расширенную версию, уже такую более серьезную. Также у Алтайской федерации автоспорта есть некоторые планы по возрождению летнего картинга. Сейчас главная сложность – найти трассу, которая подходила бы по всем требованиям безопасности. Данил Кузнецов, «День с толком». Хоккеисты «Динамо Алтай» вышли на финишную прямую регулярного сезона чемпионата ВХЛ. О попадании в топ-16, что позволит сыграть в плей-офф, можно забыть. По турнирному раскладу «Динамо Алтай» не попадает в этот список, но продолжать играть и одерживать победы все равно нужно. В очередном гостевом матче барнаульцы играли против воскресенского «Химика». Наши начали игру смело, раз за разом атаковали ворота соперника. Но хозяева выдержали этот натиск и забросили свою шайбу. После, во втором периоде, еще одну и также в третьем. Динамовцы смогли лишь дважды огорчить вратаря соперников. Как итог, «Динамо Алтай» проигрывает со счетом 3-2. Следующий матч «Динамо Алтай» проведет 13 февраля в Новокузнецке. Там наши сыграют с местным «Металлургом». Парни приготовились, выдали хороший матч, где мы однозначно заслужили очки. Но удача отвернулась сегодня. Парни молодцы. Готовимся к заключительным двум матчам. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует. Далее погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.